Всем привет! Я покажу, как приготовить молочную рисовую кашу с курагой. Мне понадобится стакан риса, 100 мл нежирного молока и 100 граммов кураги. Можно добавить немного сахарозаменителя. Рис промою. Положу в кастрюлю, добавлю 2 стакана воды и буду варить до готовности, примерно 20-25 минут. Курагу тщательно промою и нарежу соломкой. По готовности достану рис из кастрюли, вылью в нее молоко. Добавлю нарезанную курагу, накрою крышкой и буду варить 5 минут на среднем огне. Следите внимательно, чтобы молоко не убежало. Затем добавлю рис, перемешаю, накрою крышкой и потомлю на слабом огне еще 5 минут. Перед подачей кашу можно полить жидким медом или диетическим джемом. Питайтесь правильно, получайте гастрономическое удовольствие от еды и будьте здоровы!